Всем привет! Сегодня мы делаем три Secret Gaming Room в этой комнате. В нашей большой игровой комнате. Yes. У всех там может быть по одной какой-то Gaming Room, а у нас будет целых три. У нас будет целый гейминг-клуб. Да! Итак, что мы придумали? Что мы придумали? В общем, у нас есть полочки. Угу. И с помощью них мы сделаем перегородки к нашим гейминг-комнатам. 100%. Значит, как мы делаем? Мы берем по два вот таких вот шкафчика, отгораживаемся друг от друга. Мои пушины! Да не трогаю твои пушины, только полочки. Короче, видишь, я тебе уже помогаю, вот одна зона уже почти отделена. Вот тебе второй шкаф, вот, Катя, твои два шкафчика, а мои два, получается, маленькие. Но зато у меня под окном. Кстати, окна сильно в гейминг-руме не нужны, темнота нужна. Да. Но я могу все исправить легким движением руки, светлые окна превращаются в темные. Ну, в общем, начинаем. Разделяем себе на зоны комнату и потом начинаем обустраивать техникой и делать прям крутейший обалденный гейминг-рум. Тут уже я себе выбрал. Пожалуйста. А я с пушинами. А что, тебе так важно? Да. Ну, ладно, я буду у Макса с Асером. Спасибо! Я буду с пушинами тоже. Упси. Кстати, у Кати очень круто, у нее розетки сразу есть для подключения всего, что надо. Перфект. А у меня вообще бомба. У меня и пушины, которые звук изолируют, и розетка. Макс, розетки нет. Big noob! Ты сейчас хвост коту прижмешь. Я знаю. У меня все под контролем. О, yes. Приступаю я к своей комнате. Так, у меня будут полочки ниже, чем у Макса и папы. И это значит, что будет много места. Так, приступаем. Короче, Макс немножко неправильно поставил своих пушинок. Они тут развернулись ко мне хвостиками. А должны смотреть с мордочками. Да, вот так вот, чтобы я хотя бы немножко видел что-то приятное. А то только хвосты кошачьи вижу. Ладно, окей. Ставим первую полочку сюда, чтобы Катя не заглядывала. Эй! Ну, мне же тоже надо какое-то личное пространство, чтобы кто-то мне не мешал там своими телепузиками или что ты там будешь играть. Peppa Pig World. О, тем более, Peppa Pig World. Что ты делаешь? Музыку. О, зря мы там Максу батарею оставили. Будем слушать шум. Хотя нет, он сейчас как гейминг свой залезет, так его мы его туда и не достанем. Отлично. О, вот у кого есть розеточка. Тюп нашли проблему. Удлинителем все решается. Так, ты решай свои проблемы удлинителем, а я начинаю обустраивать. Потому что это пока только комната. Считай, голые стены, можно так грубо сказать. Главное в гейминг-руме это всякие гаджеты, всякие устройства. На чем играть? Я как раз и занимаюсь. Эй, только чур, я забиваю этот PlayStation, не забирай его. А мне тогда компьютер. Так, без проблем, забирай себе компьютер. Эй, Макс, подвигайся, мне надо PlayStation забирать. И вообще, выключи его. Я первый пришел. А я первый решил, что я буду на PlayStation играть. Так что все, PlayStation мой, я его забираю. Окей, ладно, тогда я себе беру большое кресло и footrest. Вельком, мне больше места будет. Так, а где тут у нее кнопка выключения? Ноп! А, я, кажется, нашел, вот она. Это старт. А выключить как? Не знаю, но могу подсказать за что-то, что мне пригодится. Вот ты уже бизнесмен, давай, что надо? Сейчас погляжу. Окей, какая комната просторная. Ну ладно, мне надо... Это мое? Кто ты там уже нашел? И мне нужен компьютер! Компьютер? Сейчас! Это мое, а не папина! Ладно, ладно, ладно. Сеттингс какие-то. Надо это... А, там тоже кнопка есть. Это и это. А как эту комбинацию запомнить? Учиться надо, папа. Это вас такому в школе учат? Нет, я сам. Бегнер. Ладно, занимайся своим PlayStation. Спасибо. А я иду декорировать мою комнату. У меня все просто и очень удобно. Тут будет мой телевизор. Телевизор? А зачем тебе телевизор игровой? Ну, монитор я имела в виду. А, поможете перенести мне, пожалуйста? Вы же мужчины, не откажете девочке? Ладно, поможем. Только у меня еще самого комната совсем пустая. Эй! А вот тебе все надо делать. У меня пока только PlayStation и контроллер. И то еще и даже никакой тумбочки нет, надо искать. Будет еще время на вашей тумбочке. Помогите, пожалуйста. Ладно, у меня, конечно, своей работы полно, но как же тут откажешь? А? Бери колонку вот. Колонка? Хотя бы. Да. Пошли? Да. Да. Спасибо. Теперь надо идти искать мне какую-то тумбочку. Стул. Где стул? О, вот эта тумбочка мне подойдет.
Это будет мой стул, ложе. Перфект. Слушай, а у Кати ничего-то получается. Конечно, если что-то делать, то получится. Давай, давай, что-то делай, то разлегся он, видите ли. Так, моя PlayStation станет вот сюда в угол. Так, еще осталось монитор. О, ты что столько делаешь? Еще кресло, для руля какую-то подставку надо. Как у вас сложно. Мне только надо тумбочку перетянуть. Ты не хочешь мне тумбочку помочь втащить? Я сейчас вам все помогу, а себе ничего не успею устроить. Ой, ну хорошо, как же я откажусь? Раз, два, взяли! И пошли! О, отлично! Ты за раз все перетащишь! Ниху-ниху, еще вот! Отлично, хорошо! Я понимаю, что хорошо, а ты мне помочь не хочешь? А, хочу! Передвигать? Давай, давай, толкай! Все, стоп! А как ты вылезешь оттуда? А я об этом, если честно, не подумал. Ну как-то сейчас буду как Спайдермен по стенкам. А? Тут не то, что вылезти, тут встать невозможно. Oh, опа, привет. Фух, я тебе помог, дальше сам разберешься. Окей. Прекрасно, идеально. Ура! Я профессионал. Фух, а я только коврик постелил, а уже устал. Все, мне осталось только кресло и комната готова. А мне еще нужен монитор, руль, это все надо настроить, подключить. Yes! Идеально, как раз мой размер. Так, где мой контроллер? Давно Xbox не играл. Так, мониторы, мониторы, уже все поразбирали. Нам надо 3 телевизора огромных было здесь подготовить. А так придется пользоваться вот этим вот стареньким. Тоже неплохо. Вау, прикольно. А я делаю декорацию. О, у тебя так красиво. У тебя что, Новый год скоро? Нет, просто, чтобы не шастали здесь. Перфект, готово. У Кати готово. Привет. И у Макса готово. Mm-hmm. А у меня вообще пустота. Вот так вот всем помогай, потом сам без станов останешься. И телевизор у меня самый маленький. Ох, не повезло тебе. И у меня не сильно огромный. Ну, сойдет. Оно-то, конечно, сойдет, но у Макса самый крутой монитор. Ему всегда везет. Ага. А теперь самое интересное. Макс себе купил, а я поиграю. Он же в мой PlayStation играет, когда хочет. Только не поломай. Да не поломаю я. Так, что тут есть? Анбоксинг руля и педалей. Это будет просто сейчас что-то бомба-ракета. Мои любимые игры были в детстве. Это гонки. Ух ты. Вау. Газ-тормоз. Вау. Да, у меня будет настоящий руль. Вау. Крутейший. Ух. Вот так вот. Бум-бум. Подожди, а разве двумя играют? Одной. Газ-тормоз, газ-тормоз. Две ноги, наверное, неудобно. Бум-бум-бум-бум. Круто. Папа, папа. А вы знаете, зачем нужен сын? Чтобы можно было легально играть в игрушки детские. А дочь? И дочь, чтобы играть только. А во что можно в девчачьи играть? В куклы, что ли? Голова у меня работает, смотрите. Я вот пошел в комнату к нам, принес тумбочку. Сейчас я к ней прикреплю нормально руль, чтобы он не шатался. Все, педали здесь стоят. Наверное, двумя все-таки. Газ, тормоз, газ, тормоз. Смотри, подрулевые переключатели передач. Обалдеть. Все, включаем. Тогда запускаемся? Я уже почти. Так, удобно садимся. И что, получилось? Вау, загрузилось все даже. Конечно, мне еще это пригодится для мышки. Слушай, прикольно. Но все равно у меня самое лучшее. Не, у меня. Ладно, вы разбирайтесь, я играю в чучело. Слушай, она играет уже. Так надо себе быстро включаться. А звук можно потише? А мне не мешают. У меня пушины все изолируют. Там шум, сям шум. Как мне вообще работать? Вообще в интернет-клубах в наушниках играют. У нас не интернет-клуб, у нас Secret Gaming Room. Вау, заработало! Сейчас я вам тут буду пибикать и гонять. Так, а где кнопка 1? Так, во что мы сегодня поиграем? Поиграем в соседа. Вот это движуха у нас сегодня. Я, правда, педали переставил, чтобы все-таки одной ногой управлять. А то научусь левой ногой тормозить, потом в машине буду по-настоящему. Ох! Сейчас устроим гонки. Конечно, монитор можно было побольше. Это как-то совсем грустно. А для тебя не сильно большой телевизор? Нет, в самый раз. Ой, ладно, но чувствую, надо будет еще купить хотя бы один телевизор большой. Я рекомендую S95C. Goodbye. Это что, 95-дюймовый? Он нам ни на одну стенку не станет. Нет, папа, S95C это модель. Дюймовый 75. 75, ладно. Или 60. Это электромобиль, это Бронко. Погнали. И Dirt 5 сейчас начнется. Мальчики, потише, пожалуйста. Я пробую играть.
Мы тебе не мешаем! Геймер! В 3, 2, 1! Гонка! И че я стою? У меня газ не работает! У меня реально газ не работает, я стою на месте. Когда все куда-то уже давно уехали. Может, тут включалка какая-то еще есть. И звука нет. Что-то с меня геймер какой-то совсем слабенький сегодня. Ну ничего, мне надо просто привыкнуть. Надо настроить все. Семен Семенович, педали надо подключать не к PlayStation. А то я в разъем интернета подключил педали. Педали вот здесь. Вот разъем для педалей. What? Сейчас все заработает. Но надо еще звук как-то добавить. Найду пульт в телеку. Окей. Я нашел пульт, добавляем звук. О, и так погнали. Сейчас я вам буду бибикать. Но я уже еду. Вау. Уже? Какие же мальчики шумные. Но комната моя даже очень комфортная. А у меня пока я заборы царапаю, но ничего, я учусь. А я в соседа рублюсь. А вот теперь наша гейминг-комната похожа на настоящий гейминг-тевер. То есть рай. Рай для гейминга. Руль. Хочешь тебе руль? Хочешь тебе PC? Хочешь тебе что там, PlayStation? Я чувствую, что мне тоже надо игровое кресло. А то на медведе как-то сильно низко сидит. Как тебе комната папы? Класс. Руль шикарный. А Макса? Very nice. Все равно... Никто его не использует. В машине крутится много раз, а тут раз и все. Так, медведь, смотрите. Мы сейчас все-таки в гейминг-комнате. Вот теперь то, что надо. Ну все, секрет гейминг-комнаты готовы у нас у всех. Все круто очень получилось. Звук свой, уберите, пожалуйста, вы мне мешаете в гонке участвовать. Ты самый громкий. Так все, я уже приехал. Ну давай посмотрим, что там у вас. Как кто обустроился. Да, и зрителей надо попросить написать, кто лучше всех обустроил свою гейминг-комнату. Те, кто голосует за Катю, пишите, Катя молодец. Медведи тут всякие валяются под ногами. Так, в общем, у Кати тут PC-шный отдел. Кстати, у нас не только кто как оформил, а кто на чем играет. Катя играет на PC-шке какого-то чучела с фонариками. Не знаю, зачем фонарики в гейминг-руме, если честно. Это для декорации. Ставьте лайки мне. Макс тут пищит. Ну что у него? У него крутой, конечно, телевизор. Тут не отнимешь. Ну а как же? Нет, у нас 3 телевизоров, чтобы у всех так круто было. Короче, кому нравится, как Макс играет, ставки, пишите в комментах. Макс молодец. Yes. Не пищи. I'm so sorry. А комната у Макса реально крутая. Еще и с пушинодавом. Пушинодавом? Ну, шум они поглощают. Но самая крутая комната – это моя. Потому что тут гонки, и тут есть настоящий руль и настоящие педали. Я искал, как назад ехать назад. Просто тормоз жмешь и едешь назад. А? Обалденно круто. Если сюда надо хотя бы 75 дюймов телек, и тогда все, отрыв. Что у тебя там так пищит? Точно, надо ввести правила, здесь играем в наушниках, потому что это дурдом. А мы продолжаем гонять. С вас лайк, подписка и хоббит, кто лучше справился. А я поехал дальше. А я играю в чучу. Последний раунд! 2 hours later. Дети давно уже ушли, папа. Ага. Тут я просто я учусь. Ах, ты видела? О, oh, ноу. No.